Так, резина у нас, напомню, шипованная, 215-я, да, у тебя? 5. А, 205. На 60. На 60. Что за резина? Бриджстоун. Бриджстоун. Шипы вроде на месте, все на месте. Давление 2 атмосферы, да? 1,8. Давай, как поедешь? Заблокированный? Да, блок. Все, давай, поехали. Наверху лед. Заехал, отлично. Так, ESP отключили, первое, тоже шипы. 215. 200, норман. Тоже как бы свежая, да, резина относительно? Да. Так, я забыл, 2 литра же, да, у тебя? 2 литра. 2 литра, полный привод. Давай, пробуй. Удастся, разгоняется бодрее намного. Так, у нас Mitsubishi, как называется модель? Kio. Ясно. Автомат, полный привод, резина у тебя тоже, смотрю, шипованная. Тоя. Так, размер какой, напомни? 205-75. ESP вот тут что-нибудь есть тут? Нет. Ничего нет. Заблокированный. Ну давай, пробуй. А вот он разгон берет медленно, то есть разгон берет медленно и не заезжает, не хватает ему, то есть получается. Давай D2 ставь, спорт режима никакого, ничего нет у тебя, да? Вот. А звук педали умеешь трогаться? Только автомат. Ну, я трогаюсь на своей. Вот. Ну давай, вот прям сейчас газ нажимай полностью. Давай, прям жми, поехали. Нет. Очень медленно раскручивает двигатель. Очень медленно. Так, Duster 2 литра. Хотим попробовать на второй, правильно? Вторая. Ну давай, разгоняется и не заезжает. Давай, пробуй. Отлично, отлично. Первая повышенная, заблокированная. Давай, пробуй. Вот получилось, что на пониженной, когда едет человек, двигатель орет, а колеса крутятся медленно и не заедет. Сейчас поедем на повышенный, на первый повышенный, не блокируемся, так как у меня стоит дифференциал повышенного трения в раздатке. Давно хотел попробовать, будет ли она блокироваться или нет, два моста. Поэтому едем на повышенный. Резина липучка 215-65. На повышенный, поехали. Напомню, что у меня установлено 3 блокировки: передний мост, раздатка и задний мост. Как видели, на липучке я на первой повышенной у меня получилось заехать. Так, сейчас как поедешь? Все повыключал, повышенное, без блокировки. Без блокировки. Пробуй. Красотень, тоже заехал. Подъехали ближе к подъему. О нет, уже тяжелее намного. Нет, хочет ближе. Да, от подъема вообще не хочет ехать. Ну-ка, еще. Сейчас заблокирую. Давай, попробуй. Блокируйся. А, видишь, тяжелее.
Сейчас я попробую вот с этого места, интересно, конечно. Подъехали ближе к горе. Попробовал я после Нилы, потому что стоим прямо около подъема. Подъем высокий. Не пробуем, на повышенный. Все, поехали. Как-то натяжку выезжать даже не бухтует. Едем в сторону дачи. Подъехали, горочка. И вот не знаю, попробуем потихоньку. Держись. Страшно. Так, вторая пониженная, чтобы запас был еще на первую. Попробуем. Нет, давайте на первой пониженной. Просто потихонечку снимай туда. Попробуем, посмотрим, где будут колеса срываться. Сможем ли мы, то есть зацеп, где он будет заканчиваться. Первая пониженная. Слушай, а мы едем. Наверное, мы сможем заехать. Слушай, а мы на повышенной ехали, а не на пониженной. Сейчас кайфу. Так, вот сейчас пониженную включил. Еще дорога и это... Нет, мне кажется, она немножко с глиной. Да, гора неровная просто. Да, гора неровная, тут такие эти диагоналки. Не блокируюсь. Так, начну со второй пониженной, наверное. Давай. Да-да. Да, все-таки. Не готов. С блокировочками интереснее кататься. Вот сейчас с ребятами мы катались на тех горках. Сейчас пониженную выключу. Они до меня приехали, а я потом присоединился. У всех давление 2 атмосферы. В основном я единственный, кто на липучке катался. Единственный, кто на липучке. Остальные ребята все катаются на шипах. Ну и размерность у всех, в принципе, 205-215. Вот. Про блокировки. То, что в раздатку вот я ставил блокировку летом, я смысл не мог понять. Как она работает, ни в грязь, не мог понять, как она работает. Вот сейчас вот зимой, вот на горках, когда именно стартуешь быстро, например, на первой повышенной, и самоблоки чувствуют нагрузку, они срабатывают. И ребята говорят, что в конце, когда я на гору поднимался, колеса у меня не буксовали, то есть колеса заблокированы, и все 4 колеса у нас гребут. И раздатка, хотя я раздатку не блокировал, раздатка, видимо, тоже самоблок там блокируется и раскидывает на передний, на задний мост по 50%, я так думаю. Вот. На данный момент пока мне нравится. Вот мы сейчас заехали на горочку, до этого заезжали на горочку. То есть самоблоки все-таки как-то, я думаю, помогают.
Так, приехали, заехали. Выехать не могу. Назад фаркопом упираюсь. Вперед не хватает. Вот. Сейчас буду травиться. Ну вот, что делать в таких случаях, да? Но я написал, конечно, в группу. Вот, сейчас сколько вот у меня тут давление. Давайте посмотрим. Два и два. Делаем 1,8. И посмотрим, что, как автомобиль поедет. Справились мы на единицу. Не знаю, заедем или нет. Спасибо человеку, остановился, помог нам. Держи. Сейчас боком попробую сюда заехать. Ну, машина просто потащит немножко. Здесь хотя бы немножко. Ой, ну и нахрен, ребят, так можно перевернуться. Не, так рисковать не надо. Однозначно. Отлично. И вот вторая горка. Но она лайтовая. Натравлена резине. Сейчас смотрите, прям потихонечку на первой пониженной поедем. Посмотрим, насколько зацеп с тремя блокировками будет. Здесь никто не катался. Здесь в основном катаются на квадроциклах. Сейчас на первой пониженной попробуем. Ну, тоже крутой очень. И фаркопом. Сейчас посмотрю, фаркопом сзади не будет цеплять. Нет, не цепляет. Так. Давайте, смотрите, потихоньку. Первая пониженная. Не едет. Так, вторая пониженная. Прям с начала горы. Нет, так двигателя не хватит. Не хватает. Значит, разгон нужен. Давайте вот так возьмем, но боюсь удариться бампером. Так. Вторая пониженная. Хорошо. И нас выпечило. Ура, ура. Нива все-таки, хоть и многие пишут, говно. Но, знаете, по моим деньгам, на то, что я могу воспользоваться, да, я не считаю, что они его говно. Она... Вот так, тихо. Что-то там круто как-то, мне кажется, а? Не-не. Как бы нам не воткнуться. Ну, уже поехали. Куда нам деваться? Назад уже нет пути. Проехали. Проехали. Так. Сейчас здесь выйдем, не выйдем. Ну и вот. По соотношению цены Нива сейчас сколько? 800 тысяч примерно стоит. БУ машину брать я не хочу. Лучше, вот по мне, лучше взять новый автомобиль Нива и его доработать. Вот, по крайней мере, три блокировки я установил. И неплохо едет. Конечно, резина решает, очень решает. То, что на травле на резине. Вот, смотрите, еще один подъем. Первая пониженная. Я не блокированный, не блокированный. Опа-на. И вот, смотрите, на первой пониженной прям потихоньку, помаленьку качусь. Ничего я не боюсь. Ну, вот, смотрите. Нормальный ход. Поэтому, что сказать? Я очень рад, что блокировки
который я установил, работают. В раздатке, в которой самоблок стоит, зимой, именно зимой работает. Летом в грязь я пока не могу понять, как он работает. Зимой, вот я на данный момент нигде не блокировал раздатку. Блокирует, все выезжает, все отлично. То, что установил сзади редуктор новый от АВТ, ну, в комплекте я купил самоблок уже с редуктором, уже собранный у АВТ. 80% блокировки, ну там 10 килограмм преднатяга. Бля, работает вообще изумительно. Я считаю, если брать самоблоки АВТ-шные, там 6 килограмм, нет, надо брать сразу 8-10 килограмм. Вот. Меньше не надо брать. Коэффициент блокирования намного лучше. Вот 10 килограмм я установил изначально. Да, немножко как-то подкусывало. Есть такой момент. Но на данный момент уже, вот, мне кажется, нормально. И то, что скользко, сейчас не подкусывает. А так все отлично. Все, ребята, мы поехали домой. Давайте, всем удачи, здоровья. Подписывайтесь на канал, пишите, самое главное, комментарии, что вы думаете про резину, про самоблоки. Короче, будьте здоровы, давайте, всем пока.